Вы знаете, большинство самых лучших в мире, ну и, конечно, самых дорогих в мире фильмов снимается здесь у вас в Голливуде за гигантские деньги. Но давайте представим, что бы было, если бы один из таких фильмов, например, «Терминатор», на съемке которого ушло фантастическое количество денег, если бы Джеймс Кэмерон решил снять свой «Терминатор» не здесь, в Голливуде, а, ну, я не знаю, например, на Урюпинской областной киностудии. Итак, Джеймс Кэмерон на Урюпинской областной киностудии. Здравствуйте, я Джеймс Кэмерон. Здравствуйте. Ну что, вы готовы к съемкам? Да, конечно. Ну давайте для начала пробежимся по сценарию, чтобы убедиться, что все будет так, как я задумал. Итак, первая сцена. Из будущего в настоящее прилетает терминатор. Я себе это вижу так. Ночь. Улица. Вдруг поднимается сильный ветер. Мелькают молнии. Лают собаки. Прямо в центре экрана появляется огромный огненный шар. А внутри этого шара атлетически сложенный, абсолютно обнаженный мужчина. Терминатор! Вау. Ну, для этой сцены могу вам предложить только голову мужика. Подождите, а как же спецэффекты? Ветер, молнии, лай собак в конце концов. Ну, я могу при этом лаять. Ну хорошо, следующая сцена. Терминатор абсолютно обнаженный входит в бар. Бара нет. Что есть? Есть столовая. Хорошо. Терминатор абсолютно обнаженный входит в столовую. А мы как бы все это видим его глазами. Поэтому прямо перед нами на экране мелькают буковки, циферки. Он как бы измеряет расстояние до предметов, температуру тела, объема. Ну, я не уверен, есть ли такая функция на камере. Я могу время и дату поставить. 12.03.94, так будет мигать в уголке весь фильм. Люди как бы не поймут, что это робот. А, так мы его на спине напишем. Что вы ему напишете? Терминатор. А зачем? А что вы хотите, чтобы я ему написал? Вася Пупкин? Вася Пупкин. А кто такой Вася Пупкин? Ну, главный актер. Главный актер в моем блокбастере Вася Пупкин. Ну да, он просто единственный, кто голым согласился сниматься. И то только по пояс. Выше пояса он стесняется. Что у вас дальше? Следующая сцена. Вертолет приземляется на заасфальтированную площадь в центре города. Сразу нет. А, ну у вас нет вертолета. У нас нет заасфальтированной площади. Слушайте, а что у вас вообще есть? Есть столовая. Так, вертолет отпадает. Следующая сцена в гостинице. Терминатор в гостинице садится перед зеркалом. Скальпелем выковыривает свой стеклянный глаз. А там у него такой красный огонек такой мерцает. Такой. Я не уверен, просто согласится ли Пупкин. Вставить стеклянный глаз? Не, ну сняться выше пояса. Ну и вставить стеклянный глаз. Что у вас дальше? Следующая сцена в тюрьме. Терминатор как бы просачивается сквозь металлическую решетку, вот так просачивается сквозь нее, так вот. А, так это вообще элементарно. А, то есть вы делаете спецэффекты. Да какой там спецэффект? Вы личное дело Пупкина читали? Нет, а что? У него 5 судимостей. Он 6 раз сидел, 7 раз бежал. Для него через какую-то там решетку, расплюнуть. Ну так отлично, хорошо. Так вот, просачивается сквозь решетку. Достает пистолет. А вот пистолет я бы ему не давал. 6 судимостей, знаете ли. А что у вас еще? Ну, вообще-то еще есть финальная сцена, но даже не знаю, стоит вам вообще ее предлагать. А, ну, валяйте, мы подумаем. Ну, хорошо. Терминатор на металлической цепи опускается в чан с расплавленным металлом. А, ну это вообще элементарно. У нас тут металлургический завод есть, у них точно такой чан должен быть. Вы собираетесь опустить главного актера в чан с расплавленным металлом? Вы что, меня за дебила держите? Вы что, думаете, что мы главного актера опустим в чан с расплавленным металлом? У нас дублер есть. Хотя сцена-то финальная. Пупкин нам же после нее вряд ли понадобится. А как же... Творческая карьера какая-то, будущие роли у человека. С одним-то глазом.
Это шоу-бизнес, детка. Здесь одноглазые актеры никому нафиг не нужны. Да что вы со своими спецэффектами? Идемте лучше отметим это дело. У нас тут новое место открылось. Что за место? Столовая. Столовая? Пойдемте!